Кровавое подавление демонстраций в Сирии продолжается. Многие сторонники сирийской оппозиции вынуждены бежать. Некоторые из них отправляются в европейские страны. Однако сирийцам, например, прибывшим в Германию через Венгрию, грозит депортация на родину. Это вызывает опасения некоторых представителей немецкой оппозиции. Ищущие убежище в Европе должны подавать заявление о ходатайстве в той стране, через которую они въехали в ЕС. И в большинстве случаев это не Германия. Венгрия же, которая зачастую становится такой страной, отправляет беженцев обратно на родину. Венгрия еще в ноябре пришла к выводу, что Сирия – безопасная для беженцев страна, и поэтому никаких сомнений в их отправке обратно на родину возникать не должно. Из Германии через Венгрию обратно в Сирию. Правительство возражает, мол, в настоящее время Германия сирийцев вообще никуда не высылает. Кроме того, упреки в адрес Венгрии ошибочны. Венгрия нам подтвердила, что обратно в Сирию с апреля прошлого года никто выслан не был. В случае, если кто-то из этих людей и вернулся в Венгрию, то в этой стране он в безопасности. Развернувшаяся дискуссия лишний раз свидетельствует о том, что в связи с политическими событиями в арабском мире, Германии, как и Европе в целом, следует исходить из того, что число беженцев будет расти.